Культурный импульс для творческой молодежи. В опорном вузе республики прошел фестиваль «Арт-палитра». Грант на его проведение в конкурсе «Росмолодежи» выиграл Дмитрий Шейн, студент физико-математического факультета МАРГУ. «Арт-палитра» – мультиформатное трехдневное событие, которое объединило представителей различных направлений искусства, открыв им новые возможности для самореализации. В рамках фестиваля прошли различные взаимосвязанные мероприятия в музыкальной, танцевальной и креативной арт-зонах. Каждый желающий смог не только узнать о существующих в регионе творческих центрах, студиях, кружках, но и продемонстрировать свои таланты перед экспертами. Спикерами на мастер-классах выступили хореографы, режиссеры, музыканты и стендап-комики, уже добившиеся успеха в творчестве. Важной частью фестиваля стал многожанровый конкурс исполнительского мастерства по направлениям театр, вокальное и вокально-инструментальное искусство, хореография. Более 400 участников разного возраста продемонстрировали свои таланты в пении, танцах и актерском мастерстве. Всего в фестивале приняли участие около 1000 человек. Победителей наградили на сцене главного корпуса МАРГУ.